Всем привет! С помощью этого видео вы сможете со 100% точностью определить, насколько хорошо вы разбираетесь в современных трендах, и в соответствии с этим узнать свой психологический возраст. Данное видео пройдет в формате викторины, где вам будет задано 15 вопросов, начиная с самых простых и заканчивая очень сложными, ответ на которые могут дать только самые шарящие топовые подростки. За каждый правильный ответ вам начисляется по 1 баллу. В конце, на основании количества полученных баллов, вам будет поставлен точный диагноз с описанием вашей личности и уровня интеллекта. Проходите этот тест внимательно и обдумывайте каждый свой ответ. Начинаем. Как называется эта игра? Dota 2, Fortnite, Among Us, шахматы. Что означает слово краш? Непредвиденное завершение работы программы. Безответная любовь. Апельсиновая газировка. Серия игр про оранжевого лисенка. Для чего в компьютере нужен дисковод? Для чтения и записи дисков. Для ускорения его работы. Для системных оповещений. Не знаю. Продолжите фразу «Снова я напиваюсь». «Снова на душе тоска», «Я молодая легенда», «Вот я был и вот меня не стало», «Снова говорю пока». Как часто вы сидите в ТикТоке? Не очень часто. Только когда нечего делать. Более 8 часов в день. Никогда. Представьте такую ситуацию. Вы идете по улице, как вдруг к вам подходит толпа подростков и говорит: «Чуец, челик, в курсах, где можно фастом склеить швепс чизи для чила». Что вы им на это ответите? Чуиц, гайз, ТБХ, РН, ИДК, МБ на Чезарпате. Ару с вас, мамонты, флексикон уже давно зашквар. Ребята, я не совсем понимаю, что вы говорите. Ничего, им не отвечу, молча пройду мимо. Кто является автором песни «Люби меня, люби»? Гречка. Группа «Отпетые мошенники». Фараон. Артур Пирожков. Какое приложение для общения вы используете чаще всего? Skype, Discord, WhatsApp, Viber. Кто это такой? Трэвис Скотт, XXXTentacion, мужик из Fortnite, Слава Мерлоу. Самый популярный блогер в 2020 году. Бустер. Андрей Нефедов. Юзя. Сергей Дружко. Что больше всего вам нравится у Достоевского? Преступление и наказание. Бедные люди. Братья Карамазовы. Пицца 4 сыра на тонком тесте. Кто изображен на картинке? Наруто. Какой-то второстепенный ноунейм персонаж из аниме Боруто. Ягами Лайт. Икари Синдзи. Когда случился большой взрыв? 13,8 миллиардов лет назад. 6 тысяч лет назад. В 1941 году. Чё? Леон — это популярный французский фильм. Лего в Бравл Старсе. Редкое мужское имя. Название автомобиля. Ну и, наконец, последний 15-й вопрос. Чем прославился Виктор Цой? Основал рок-группу Кино. Снялся в нескольких фильмах.
занимался живописью. Был упомянут в треке Моргенштерна. Итак, все, тестирование окончено, теперь посчитайте ваше количество правильных ответов, и я буду подводить результаты. Если вы набрали 0 баллов, не ответив правильно ни на один вопрос, то вы лох и пещерный человек. Вы вообще не соображаете, что происходит вокруг вас, и, скорее всего, чем-то серьезно больны. Предположительный возраст 100 лет. Если вы набрали от 1 до 3 баллов, то вы полный нуб и абсолютно не разбираетесь в трендах современного мира. Ваш предел – это вонючие устаревшие газеты, старый черно-белый телевизор и беседы с бабками на скамейке во дворе. Предположительный возраст 65 лет. Если вы набрали от 4 до 6 баллов, то вы так называемый бумер. Или думер, ну в общем старый пердун, который пытается быть на одной волне с молодежью и мимикрировать под нее, изучая все самое модное и популярное, но не углубляясь в детали. Предположительный возраст 38 лет. Если вы набрали от 7 до 9 баллов, то вы находитесь на границе между молодостью и старостью. Ваши года уже сочтены, и совсем скоро вы навсегда перестанете шарить и хайпить. Начнете интересоваться здоровьем, карьерой, семьей и всякой прочей занудной хренью. Предположительный возраст 25 лет. Если вы набрали 10-12 баллов, то у вас сейчас самый сочный возраст. Множество амбиций, возможностей, неизведанных мест и ощущений. Но современные тренды вам все-таки стоит еще подучить, а не то таки рискуете опозориться на какой-нибудь тусовке. Предположительный возраст 21 год. Если вы набрали 13-14 баллов, то вы просто король хайпа. Вы следите за поп-культурой пристальнее, чем за собственной гигиеной. Вы разбираетесь в технике и играх, слушаете только самых популярных музыкальных исполнителей. Наизусть знаете биографию всех тиктокеров и подписаны только на самых топов Рунета. Мечтаете когда-нибудь стать известным блогером и дать интервью Дудю. Конфликтуете с родителями и имеете свое стойкое мнение по поводу всего происходящего в мире. Предположительный возраст 16 лет. Если вы не ошиблись ни в одном вопросе и набрали все 15 баллов, то вы по праву можете называться богом хайпа. Вы разбираетесь абсолютно во всех современных трендах. Карманные деньги от родителей тратите исключительно на мерч Влада А4 и мега-ящики в Brawl Stars. А единственное, что вас беспокоит в этом мире, это быстрый интернет и мощный смартфон. Вы столб нашего общества, его опора и последняя надежда. Предположительный возраст 12 лет. Вот такие дела, дорогие друзья. Пишите в комментариях, какой результат получился у вас, похвастайтесь, так сказать, да и мне будет интересно почитать. Ну и присылайте этот тест своим друзьям, чтобы, так сказать, проверить их. Может, они не друзья вам вовсе. Ставьте этому видео 5 плюсом и подписывайтесь на канал. Ну и не расстраивайтесь там сильно, если результат какой-то плохой получился. Вполне возможно, что не все еще для вас потеряно в этом мире.